Добрый день, я начинаю очередную беседу из своей серии «Перестройка». О перестройке Михаила Сергеевича Горбачева с 1685 по 1691 год. В прошлом своем выступлении я рассказывал о том, как посетил Малайзию и Сингапур. Сингапур 20 лет спустя. И какие преобразования там произошли. Какой скачок в будущее совершил Сингапур. Вернулся я из Сингапура, значит, в аппарат ЦК КПСС, он весь бурлит, никто не поймет, чем заниматься, как дальше действовать. Михаил Сергеевич явно колеблется, даже мечется, какие-то иногда странные вещи говорит, в том числе и с точки зрения китаистов. Значит, вот мы Китаем там занимались, приходит нам информация о беседе Михаила Сергеевича с руководителями венгерской компартии. И они его спрашивают, что там в Китае произошло. Вот там был генеральный секретарь Джао Цзиян, и его сместили. Михаил Сергеевич объясняет, что у Джао Цзияна дочь, которая спекулировала картинами в Гонконге, ее американцы поймали и стали шантажировать Джао Цзияна. Ну, Джао Цзиян стал ссориться с премьер-министром Ли Пеном, об этом узнал патриарх реформ Дэн Сяопин и сместил Джао Цзияна. Но объяснение, конечно, на грани мультфильма. Не буду вдаваться в детали. У меня есть отдельная серия, которая касается Китая. Там все это подробно рассказывается. Но вот такие вещи. Потом, значит, читаем информацию о том, что Михаил Сергеевич атакует рыночные отношения, атакует частную собственность. В беседах с иностранцами рассказывают, что он все время Ленина читает, пытается там найти ответы на насущные проблемы страны. Ну, в общем, ясно, что запутался руководитель, и весь аппарат, повторяю, не знает, что делать. То мы прорабы перестройки, то враги перестройки. Но, тем не менее, мы Китаем занимались, уже были установлены партийные отношения с Китаем, мы с ними, с китайцами общались. Писали разные бумаги с предложениями о дальнейшем развитии отношений между СССР и КНР. Но сегодня не об этом я хочу рассказать. Значит, объявили нам в аппарате, что Михаил Сергеевич решил послать агитбригады по всей стране сотрудников ЦК КПСС, чтобы они разъясняли политику партии и текущую обстановку в стране. В том числе и меня включили в эту агитбригаду и поручили мне вместе с двумя коллегами из других отделов ЦК ехать в Запорожье. Я с удовольствием согласился. Запорожье — это родина и папы моего, и мамы, моих родителей. Нас собрали всех этих агитаторов и разъяснили, что, вот, что надо на местах говорить. Первое, вот нет, мол, мыла и стирального порошка, скоро появится. Советский Союз закупил эти вещи за границей на 2 миллиарда долларов. Значит, скоро будет, не волнуйтесь. А действительно стало очень острой проблемой в стране, повсюду. И мы в этом очередной раз убедились в Запорожье, о чем я буду ниже рассказывать. Ну и второе, что просили передать партийным работникам на местах, что скоро им повысят зарплату. Вот все, больше ничего нам не сказали. Вся, значит, наша агитработа должна была сводиться к этим двум тезисам. Приехали мы в Запорожье, ну, шокированы были. Воздух, ужас, металл, уголь, это смесь, такое впечатление, что вы в паровозное депо попали. Да еще жара, дышать абсолютно нечем. Стали разговаривать с местными людьми, оказывается, и они страдают, и они никак не привыкнут к такому воздуху, к нему нельзя привыкнуть. Жалуются на то, что у них очень высокий уровень онкологических заболеваний, других заболеваний, связанных вот с дыхательными путями. И что ужас заключается в том, что и воды не хватает, и экологией никто не занимается, в смысле водоемов все загрязнено, нет очистительных систем, половина предприятий вообще их не имеет или имеет в таком состоянии, что ими пользоваться нельзя. Но это не единственная проблема, вот, экологическая, которая волновала местных жителей.
мы на Запорожье находились 10 дней, и за эти 10 дней с кем мы только не общались. Со всеми, всеми слоями, всеми людьми, всеми профессиями, всех возрастов, всех идеологических предпочтений. И вот край это благодатный, очень красивый. Мне в высшей степени понравилось. Тем более родина, родители, объездили мы все Запорожье. Но мы не слышали ни одного позитивного слова о происходящем, о том, что происходило там на предприятии, на улице, где человек жил, в городе, в республике, на Украине, в стране в целом. Только недовольство, только возмущение, и я даже сказал бы, стоны. И очень это неприятно было слышать. Конечно, люди и раньше не очень хорошо жили в Запорожье и вообще в Советском Союзе, но привыкли, считали, что так оно и есть, и по-другому быть не может, одна часть. Другие считали, что, так сказать, возражай, не возражай, все равно ничего не изменится, а третьи просто боялись возражать, потому что могли последовать какие-то репрессалии. Ну а сейчас гласность, перестройка, все это вылилось наружу, и плюс проблемы продолжали наслаиваться, усиливаться, все приходило в дисбаланс. И жалобы были по всем проблемам. Ну, действительно, стирального порошка нет, мыла нет, сахара нет. Люди привыкли варенье там заготавливать, всякие сладости, ничего нет, значит, никто ничего не заготавливает. Овощи и фрукты гниют прямо там на корню. Школьных учебников нет, школьной одежды нет. Масла не хватает, колбасы не хватает, сыра не хватает. Ну, вообще ничего не хватает. Все, в основном все по карточкам. И огромное недовольство людей. Но это так в целом недовольство всех. А было еще специфическое недовольство различных групп населения. Вот начнем по марксистско-ленинской привычке с рабочего класса. Значит, мы посещали предприятия, крупные, средние, мелкие. Везде одни и те же жалобы. Зарплата низкая, часто ее вообще не платят. Уравниловка, не платят премиальных, не платят, люди уходят в отпуск, на отпуск нет у предприятий денег. В цеху ужасная атмосфера, дышать нечем, жара, молоко не дают, которое положено, обувь специальную не дают, горячий пол. Невозможно по нему двигаться. И нет мыла и стирального порошка, да и душевые не работают. Поэтому грязными люди возвращаются домой. Квартиру, чтобы получить, надо ждать 10-15 лет. И то большинство так ничего и не получало. Начальство на все забило, как говорили рабочие, болт, ни черта не делают, о нас не думают. И, в общем, ужасное состояние. И очень большая злоба у рабочих к операторам, которые наживаются, имеют миллионы, ведут паразитический образ жизни, а мы здесь вкалываем и ничего не имеем, и с каждым днем все хуже и хуже. Это значит рабочие. Есть еще руководители предприятия. Те возмущаются рабочими. Перестали работать, пьянствуют, хулиганят, прогуливают и хамят. Попробуй сделать замечание, получаешь отпор. Бастуют все время. Ну и квартиры им даешь, а они тут же бросают работу и уходят куда-то еще, и попробуют эту квартиру назад получить. Рабочих найти новых невозможно. Министерство давят, из Москвы давят, из Киева давят, но денег не дают даже на зарплату, не говоря уже о очистительных мероприятиях и вообще о чем-то совершенно остальном. Многие рабочие уходят в кооператоры, причем какое-то время остаются на предприятии, накапливают материалы, то есть работают не на государство, а на будущие кооперативы, накапливают материалы, там берут всякие механизмы, потом все это крадут с предприятия и уходят в кооперативы. А некоторые не уходят в кооперативы, но на самом деле работают на кооперативах под видом того, что они работают на государство. Вот от начальников что мы слышали. Теперь деревня. В деревне жилья никакого нет, механизмы стоят, потому что нет топлива, хотя прекрасный урожай, уродился, собирать нечем.
сахара нет, сахарные, значит, заводы стоят, непонятно, значит, нет сырья, нет вообще ничего. А теперь люди идут, некоторые в арендаторы, ничего у них не получается, потому что и соседям не нравится, что появились арендаторы, и начальству не нравится, и нет ни фуража, и вообще ничего, на основе чего можно было как следует работать. А теперь, что касается руководителей сельскохозяйственных, значит, вот этих кооперативов, они говорят, что люди бегут из деревни, а те, кто не бегут, не хотят ничего делать, и все смотрят на то, чтобы стать собственными производителями, арендаторами, плюют там на колхозы, совхозы, в общем, полная там тоже неразбериха. И люди на предприятиях в городах, и люди в сельском хозяйстве, все жалуются на торговлю, ужасное состояние торговли. Разговариваю с работниками торговли, они говорят, нет порошка стирального, нет мыла. Есть талоны на них, но появилось столько поддельных талонов, что не хватает вообще ничего. Приходит человек с настоящим талоном, а уже все раскуплено людьми с поддельными талонами. Не хватает транспорта для того, чтобы подвозить товар в магазины. Посылаем автомобили или грузовики в ужасном состоянии, они разваливаются. Водители плохо работают. Вместо того, чтобы возить товар, который им положен, они левый товар возят. А если не левый, приезжают на предприятие, предприятие закрыто, им никто там двери не открывает, стоят заводы, фабрики. Ничего там не соблюдается, ни трудовая дисциплина, ни экологические стандарты. То есть не товар, если и получают, то он не кондиционный, его везти не стоит в магазины. В общем, полное безобразие, и торговые работники разводят руками и говорят, что значит, мы крайние, на самом деле нам тяжелее всего приходится. Теперь кооператоры, все их ругают, хотя признавали многие, да, что вот там ремонтные работы какие-то, мастерские всякие, они нужны. Но тем не менее кооператоров называют жуликами, бандитами, расхитителями государственной и народной собственности. Они говорят, что, слушайте, любой товар, который мы хотим, там, производитель, которым, предмет, который нам нужен для производства, только по блату, только за взятку можно получить. Прессует милиция, прессует начальство всех рангов и всех направлений. Везде взятки, везде надо крутиться, вертеться, и все равно тебя загоняют в угол. Значит, и они, эти кооператоры, недовольны. Это вот экономические проблемы. А теперь интеллигенция. Образованные люди, они, конечно, довольны, что там гласность, демократизация, статьи всякие интересные читают в центральной прессе, охотятся за этими центральными газетами, которые идут в русле перестройки. Но это, так сказать, идеологическая, политическая часть жизни. А вот социально-экономические условия их тоже категорически не устраивают. Они всем возмущены. И особенно возмущаются, когда в Москве начинают критиковать эпоху Брежнева. Они говорят, при Брежневе был рассвет, при Брежневе все было, здорово жили, были полны оптимизмом, верой в будущее, все было спокойно. А сейчас, вот сейчас застой, или даже хуже застоя. И это мы слышали везде, не только от интеллигентов, а вообще от людей всех слоев населения, всех профессий, но особенно вот от интеллигенции. Может быть, еще и потому, что Брежнев ведь из тех краев, поэтому его там особенно любили. Но, тем не менее, вот это, безусловно, присутствует. А появились неформалы, не те люди, которые просто там выражали недовольство проблемами, назревали и усиливались в стране, а те, которые категорическим образом выступали за полную смену, что называется, системы координат в обществе, отказе от коммунизма. И их очень много там было. Вот мы общались с ними и в неформальной обстановке, и формально, и на митингах, разрешенных, неразрешенных. Но в местных правоохранительных органах нам говорили большинство, из них у нас, говорит, примерно 600 в области организаций,
неформальных. Большинство из них неплохие, с ними можно работать, но они бездельники. Они говорят хорошие слова, но ничего не делают. Вот возмущается экологическая ситуация, нет, чтобы взять и внести какой-то вклад в ее улучшение, только болтовня. Но на самом деле, мы когда стали общаться с неформалами, мы поняли, что это лихие ребята, которые категорическим образом действительно требуют смены строя. И что-то они нам заявляли, что и нам, и на митингах, что в 17 году коммунисты захватили власть, воспользовались плодами революции февральской 17 года, и с тех пор пьют кровь у народа, все разрушили, все сломали, уничтожили половину трудоспособного населения нашей страны, поэтому долой коммунизм, многопартийная система, герои — это Бандера, это Махно, да здравствует украинский язык, все должно быть переведено на украинский язык. Правда, разговоры о том, что Украина должна отделиться от Советского Союза, от России, мы не слышали. Но вот, тем не менее, значит, это национальная такая подоплека тоже присутствовала, что вот мы, все должно быть на основе, это Украина, все должно быть по-украински, на украинской основе. Ну, а главное, вот, долой коммунистический строй. И с ними, значит, шла полемика, там, борьба со стороны разных кругов, но их было немало. Конечно, они не овладели умами всего населения, но значительная часть все-таки вот этим лозунгом следовала. А многие другие, они всем возмущались, требовали изменения, но в рамках, конечно, социалистической системы. Теперь комсомол. Комсомольские вожаки жаловались на то, что молодежь живет с настроением, как они говорили, электрическим настроением, все до лампочки, кроме джаза ничего не интересует. Конечно, там, мол, говорили комсомольские вожаки, мы устраиваем для этой молодежи там какие-то конкурсы красоты, там, джазовые вечера и так далее. Но, в принципе, она абсолютно инертна, ей на все наплевать, и все как катится, так и катится ей. Ничего не сделаешь. А на нас, говорит, идет давление со стороны всяких консерваторов, со стороны коммунистической партии, со стороны Киева, со стороны Москвы. А что мы можем сделать? Вот такая молодежь, вы ее, мол, довели до такого состояния своей политикой. Ну и потом денег у нас нет, никто им не дает, а нам не дает, а без денег что ты можешь организовать, сделать и изменить настроение? Это невозможно. Значит, это вот комсомол. Ну и, наконец, партийные органы. Мы общались с самыми разными людьми, от самого высокого уровня, от первого секретаря обкома до самых низовых. И должны сказать, ну, во-первых, нас очень горячо и тепло принимали, все показывали, все рассказывали, искали нашего, конечно, сочувствия. Но это, вот эта прослойка партийная была особенно ожесточенно настроена против перестройки. Значит, первое — это... У нас отнимают власть, власть передают советам, а советы не знают, как этой властью пользоваться, не умеют. А к тому же, как мы можем отдать власть, когда от нас же требуют навести порядок. Как можно наводить порядок и одновременно передавать власть? Это раз. Второе, значит, бардак в экономике устроен. Все эти псевдореформы, те, кто устроил госприемку, как нам сказал первый секретарь обкома, тех в тюрьму надо посадить. И вообще за все эти реформы надо сажать в тюрьму. Все развалили, все разбалансировали, непонятно, кому подчиняться. Одни говорят одно, второе, денег никто не дает. В общем, все рушится. При этом, как в газетах писали, по радио, по телевидению говорили партийные руководители, Запорожье немало производит, но у нее все отнимают. Мы должны отдавать в другие области, в другие районы, в другие республики, нам ничего не остается. И нас же обвиняют в том, что у нас ничего нет. Нет, ничего нет в результате этой идиотской политики со стороны Москвы и в результате того, что у нас отнимают все, что мы делаем. Это значит в экономике. Теперь, что касается идеологических дел, то это особенно возмущало партийных работников, этот разгул так называемой демократии, разгул гласности, шельмование всего, что было в Советском Союзе, постоянное возмущение из их уст звучало, и они нам все время говорили, что это сознательная политика развала социализма. Руководят ей Яковлев, Медведев,
фактически Горбачев, некоторые не осмеливались его критиковать, другие осмеливались, да еще очень жестко. Его жена, которая настроена на капитализм в нашей стране, вот вся эта группа. Есть хороший человек в Москве, Егор Кузьмич Лигачев, но он один, ничего не может сделать, а они ведут линию на развал, на подрыв позиций. Ну и какую роль видели за собой партийные работники вовсю, значит, бороться с кооперативами, это враги, которые придут к власти, это бандиты-фашисты и начнут нас всех вешать, и арендаторы в деревне, мол, украинский народ и все люди, которые живут на Украине, они не приемлят эту аренду, это капиталистические отношения, тоже, значит, давить их, закрывать. И они с гордостью нам говорили, что вчера закрыли 6 кооперативов, значит, там заткнули глотки 20 арендаторам, то есть вместо того, чтобы все это внедрять, линия на то, чтобы это гасить. Внешнеэкономические связи ужасные, ведь сначала нам развязали руки, а потом тут же связали. В итоге у нас только 3 внешние иностранные компании действуют в Запорожской области, а в основном внешнеэкономическая деятельность заключается в том, что вьетнамские студенты или бывшие вьетнамские студенты спекулируют часами в подземных переходах. Так нам в полушутку, в полусерьез говорилось. Ну и, конечно, партийные работники, безусловно, прикрывались рабочим классом, которые категорически выступают против этого. Хотя нам казалось, что все-таки рабочий класс не с такой эмоцией, не с такой ненавистью говорит о том, что происходит в стране и в отношении кооператора, в отношении арендаторов. Да, мы говорили им, как насчет неформалов, с ними тоже шла борьба. Были и дискуссии, мы присутствовали, когда партийные работники дискутировали с неформалами, и даже иногда убедительнее звучали для нас, чем неформалы, очень логично, очень, так сказать, доходчиво. Но, тем не менее, главное оружие было давить деформалов, значит, сажать их, выкручивать руки, то есть, так сказать, загонять их, что называется, в угол. И получалось, что вот парт-организации видят все свои задачи в том, чтобы всех загнать по разным углам. Ну, виноваты были, что называется, все, начиная с тех, кто эту политику задумал и так зигзагообразно, и не продумав до конца ее осуществлял, но и все, кто ее исполняли, то есть все мы. Но в любом случае... Закончился наш... Да, перед отправлением назад мы побывали на заседании облпотребсоюза и наблюдали, как вот идет работа с подчиненными у этих руководителей. Значит, выступал руководитель этой организации, такой молодой человек, очень элегантный, очень импозантный, и кричал на подчиненных: вы будете у меня в дерьме купаться, будете на карачках ползать. Видимо, он нам еще к тому же демонстрировал, какой он суровый и жесткий. Но это вот такой был в целом подход, давить и так далее. Мы вернулись в Москву, очень огорченные тем, что мы увидели, этим всеобщим недовольством, всем, что происходит в политике, в экономике, во всех отраслях экономики, в социальной сфере, в идеологической сфере, во всех. Ну и что мы услышали, когда собрались вот все агитаторы, которые ездили по разным уголкам нашей страны, а мы только одна бригада была, сотни было бригад, и все говорили то же самое. Те же самые настроения в Ереване, во Владивостоке, там, в Харькове, в Чите и все прочее. Вот такая была ситуация. Ну, на этом я сегодняшнюю беседу заканчиваю. Продолжу говорить о перестройке в последующих беседах. Спасибо за внимание. Не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, эта душу бередит. Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез.
всегда прекрасно, но напрасно. Это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти вернее ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменным на земле две дороги, там и это, без которых невозможно, как без неба и земли. Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасна. Это, видимо, всерьез.